Всем добрый день, рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня будем готовить на природе на диске плов. Для этого мы берем 300 кг риса, 300 кг свинины, 50 грамм приправки для плова, специи немного, соль, алейка, с 0,5 кг лука и где-то 0,5 кг морковки. И все это будем готовить на диске. Прошло 40 минут, плов идеальный, рассыпается, запах шикарный. Заходим на мой канал, ставим лайк и смотрим дальше. Всем приятного аппетита! Такой у нас получился плов. Сейчас будем его пробовать. Не забываем заходить на мой канал, ставить лайк и подписываться. Всем до встречи!